Магазин постоянных распродаж расширяет границы. Одна из любимых торговых точек колымчан объявляет о том, что ассортимент стал еще больше, а цены ниже. Увеличилась и площадь. О том, когда состоится торжественное открытие МПР и какие сюрпризы ждут гостей, расскажет Олеся Хитогурова. Постоянные покупатели магазина помнят, что еще недавно его территория не превышала 200 квадратных метров. Но сейчас сложно себе это даже представить. 1500, не меньше. И на этой площади без преувеличения есть все для дома, отдыха, ремонта, сада, учебы, занятий с детьми. Перечислять можно бесконечно. Для покупателей всех возрастов 17 товарных направлений. От бытовой химии до мебели, от текстиля и игрушек до галантереи. Первый этаж для всей семьи. Тех, кто любит создавать уют в доме, ждет огромный выбор посуды, моющих средств, полотенец, постельного белья, пледов, интерьерных мелочей. А еще есть все для заботы о красоте и здоровье. Игрушки, канцелярские товары, продукты и многое другое. А на втором этаже, как признаются мужчины, которые приходят сюда за покупками, можно провести несколько часов. И пролетят они незаметно. Ведь здесь настоящий рай для сильной половины человечества. И все это по очень приятным ценам. Ведь главное правило МПР неизменно. Мы экономим ваши деньги. В нашем магазине представлен огромный выбор товаров, начиная от сверл и заканчивая автомобильными ковриками. Это означает, что мы можем предложить вам товар в разном направлении. Например, для автомобилей это авточехлы или пылесосы, а в строительстве это изобилие инструментов для строительства. Также в нашем магазине присутствует отдел товаров для рыбалки и туризма, где мы можем найти и спиннинги, и спальники, и все, что нужно настоящему мужчине. Конечно, перечислить все товары невозможно, лучше увидеть это своими глазами. А еще один плюс – это то, что у нас магазин самообслуживания. То есть вам не придется стоять в очереди, вам нужно будет взять товар и сразу отнести его на кассу. Причем ассортимент постоянно расширяется. О новинках, акциях и распродажах всегда можно узнать на странице в Инстаграм. А торжественное открытие магазина состоится уже на этих выходных. Всех магаданцев и гостей города приглашают принять участие в праздничном розыгрыше, посвященном этому событию. 19 числа и 20 числа, соответственно, да, у нас будет проходить праздничное мероприятие. Все желающие могут приобрести товар на 1500 рублей, соответственно, да, и заполнить купончик. Участвуют все, но главное, нужно присутствовать. 19 числа с 9 утра до 7 вечера заполняют купончики те, кто купит на 1500 рублей. 20 числа с 10 утра до 6 вечера. В 6 вечера начнется праздничное мероприятие с фуршетом, соответственно, да, и будут разыгрываться призы. Главный – путевка в Крым. И что немаловажно, место для отдыха выберет сам победитель. Это может быть Евпатория, Алушта или Севастополь – любой населенный пункт. Также участники поборются за 10-й iPhone, сертификат на покупки в МПР и множество других призов. Олеся Хитогурова, Виталий Моряков. Специально для Карибу.